Итак, друзья, я вас поздравляю. Вы посмотрели все три видео из мини-курса из офлайн в онлайн. Я надеюсь, что вам понравилось, и я вам безумно благодарна, что вы уделили этот час-полтора вашего драгоценного времени, чтобы посмотреть, какие еще существуют варианты развития вашей компании в онлайн. В этом курсе я пыталась показать вам все шаги вот четко, без воды, какие вам будет необходимо сделать для того, чтобы начать торговать на маркетплейсе. Самое классное, что в какой-то момент вот эта торговля в онлайн, она может вам начать приносить либо столько же дохода, сколько вам приносят ваши розничные точки, либо даже больше, и вы будете понимать, что, например, расходы, которые вы несете при торговле на маркетплейсе, они гораздо ниже торговли, чем те, которые вы несете при торговле в розницу. И для вас это будет просто дополнительный канал продаж, и вы сможете продавать ваши изделия вот на гораздо более широкую аудиторию. Это прям действительно классно. А что делать дальше после того, как вы посмотрели этот мини-курс? Конечно, у вас есть первый вариант — это начать развиваться самостоятельно. То есть вы сами просмотрите, как делать каждый шаг, как загружать правильный фото-видео-контент, как искать ключевые слова, как работать в личном кабинете и так далее. Сами найдете менеджера маркетплейсов. В общем, сделайте всю вот эту работу самостоятельно. Но здесь важный момент. Не то, чтобы я хочу вам специально что-то допродать или продать. Просто вот как бы отзыв от меня, как от тоже предпринимателя. Деньги, в наше время это деньги. Наше время — это деньги, и, соответственно, то дополнительное время, которое вы потратите на то, чтобы найти дополнительную информацию, вообще внести в ваш график забот и работы ежедневные, вот этот поиск информации, структурирование этой информации, потом поиск менеджера, его обучение — он просто займет гораздо больше времени, и вы получите недополученную прибыль, если бы вы вышли вот на месяц, полтора-два раньше. Плюс еще есть очень важный аспект. Когда вы понимаете, что вы купили какой-то курс или какое-то обучение, то у вас будет гораздо большая мотивация действительно сделать то, что вы планировали сделать. В этом случае я вам сейчас расскажу про курс, который я создала специально для предпринимателей, для владельцев бизнесов, малых, небольших бизнесов, либо небольшого производства, где я показываю, как можно сделать внутри вашей компании структуру по началу работы на маркетплейсе, сделать все шаги последовательно и действительно начать на этом зарабатывать. Потому что, согласитесь, если есть какой-то опыт человека, который этот путь уже прошел, научил других, почему бы им не воспользоваться? Итак, я вам показываю курс VB Pro. То есть Pro означает, что вы действительно станете профессионалами вашего дела и начнете продавать онлайн. А что из плюсов, которые вы получаете, когда работаете с использованием вот этого курса? Во-первых, у вас будет стратегия по масштабированию в течение 3 месяцев после того, как вы этот курс закончите. То есть вы проделаете все шаги, которые вам необходимо проделать, плюс к этому вы будете понимать, а что делать дальше, как увеличивать еще больше ваши товары, продажи, как масштабироваться. А вы проработаете ассортиментную матрицу такую, чтобы она действительно для вас была продающий, у вас не было вот этой категории C, которая плохо продается, и вы, не дай бог, не копили вот это количество остатков на маркетплейсе и не платили за остатки. Мы с вами вместе проработаем весь фото- и видеоконтент. У нас на курсе не только я рассказываю про фото- и видеоконтент, у нас есть отдельный профессионал, который основал компанию, которая делает предметную фотосъемку для крупных компаний. У нас есть отдельный маркетолог, который рассказывает про какие-то способы, как можно аудиторию заставить обратить внимание на ваши товары. Мы с вами проработаем, создадим новый работающий канал продаж. Это вообще, мне кажется, офигенно. И в итоге у вас еще и будет команда и обучение, которое вы можете этой команде отдать, и они самостоятельно обучатся и будут уже вам приносить результаты. Вот, знаете, самый важный момент для меня, я всегда такой систематизатор, то есть я, с одной стороны, предприниматель, но для меня очень важно, чтобы это был не хаос, а была система, и для меня использование какого-то обучения — это понимание четких шагов и построение системы этого бизнеса. Поэтому вот когда я создавала курс, я это как раз-таки держала в уме, и в итоге вы будете иметь системный бизнес, где каждый человек будет отвечать за определенный процесс, а вы будете сверху наблюдать, как это все происходит, и смотреть, какие существуют перспективы развития для вас.
Но помимо вот всего нашего дополнительного взаимодействия, представьте, у вас будет 54 видеоурока, 13 скринкастов, которые вы можете как раз-таки отдать вашему менеджеру маркетплейсов. Вот там подшагово показано, куда нужно нажать, чтобы сделать отправку, куда нужно нажать, чтобы загрузить рекомендации, куда нужно нажать, чтобы, например, там, создать карточку товаров прям реально классную. У нас будет целое большое такое шаблон, будет большое количество шаблонов на разные моменты, которые вам необходимы при работе на маркетплейсе. И да, вот важный момент, это то, что не я одна вам доношу информацию, конечно, от меня будет большая часть материала, но у нас в сумме будет еще 5 спикеров, которые каждый профессионал в своем деле. Человек рассказывает про товарные знаки, про фотосъемку отдельно, про аналитику как раз-таки от MPStats, про мотивацию сотрудников и мотивацию вас, чтобы начать торговать на маркетплейсе. Вот я считаю, что это реально очень классный курс. И чтобы почитать о нем больше, вы можете перейти на сайт, который называется Empower. И там будет полностью вся информация, структура курса, спикеры, описание спикеров, примеров и так далее. То есть я прям, не знаю, я горю этим курсом. Стоимость курса для вас, как для предпринимателей, стоит 49 990 рублей. Но так как вы просмотрели наш небольшой курс, я делаю для вас дополнительную скидку, и вы можете его приобрести за 45 тысяч. Самое классное, что в процессе вы можете также со мной коммуницировать, то есть задавать ваши вопросы, смотреть, что можно улучшить. Я вам буду давать какие-то советы. То есть вы будете просто на постоянной основе иметь наставника, который будет вам подсказывать, вы правильно делаете или неправильно. Но на самом деле курс просто такой широкий, такой большой, что там будут ответы на все вопросы, которые просто у вас могут возникнуть. И вот на примере вот этого небольшого мини-курса вы можете понять качество. Качество съемки, качество предоставления информации. Так что, поверьте, это действительно классный способ создать новый канал продаж, и я уверена, что для вас это будет очень полезно. Итак, я вас еще раз благодарю за то, что вы посмотрели этот мини-курс, уделили ваше время. Подписывайтесь обязательно на мой Инстаграм, потому что я там постоянно какую-то интересную информацию рассказываю, что-то новое про маркетплейс, какие-то новые лайфхаки. И на сайте, на основном сайте вы можете читать больше про курс. Итак, я вас еще раз благодарю и увидимся с вами на Ютубе, в Инстаграме, на курсе, где угодно. Все, успехов!